В течение минувшей недели спортсмены Анапы достойно выступили на всероссийских и краевых соревнованиях, завоевав ряд медалей. В Новороссийске состоялся зональный этап стекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора. Сборная Анапы завоевала первое место, в личном зачете одну бронзу, одно серебро и девять золотых медалей. В Краснодаре прошли чемпионат и первенство края по спортивной гимнастике среди девушек. Воспитанницы спортшколы «Виктория» завоевали награды в дисциплинах на бревне, на брусьях и в вольных упражнениях. Также анапские спортсмены приняли участие в первенстве края по греко-римской борьбе среди юношей. Первенство Краснодарского края по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек принесло первое место в общекомандном зачете.